Приходят на службы, набирают святую воду и обязательно окунаются в купель или в прорубь. В крещение желающих искупаться в ледяной воде хоть отбавляй. Ежегодно по Ульяновской области цифра колеблется от 20 до 30 тысяч человек. В этом году, несмотря на январские морозы, лед не такой толстый, как обычно. Был проведен мониторинг ледовой обстановки. Ледовая обстановка очень сложная. Причина этому – те положительные температуры, которые у нас были на территории города перед новогодними праздниками. Структура льда сейчас очень неоднородная. Максимум мы имеем однородного льда 15 сантиметров. С учетом дальнейших холодов, которые прогнозируют синоптики, лед сможет безопасно выдержать вес не более 6 человек. С учетом деревянного короба и двух спасателей на лед будут выпускать по одному человеку. Традиционными местами купаний на Свияге будут районы автомеханического техникума Улгу и дом номер 37 по улице Шолмова. На Волге это участок в новом городе у кафе «Роза ветров». Также подготовят пруды в поселке Белый Ключ и селе Анинково. Купели храма в селе Арская, в деревне Погребы, а также апостола Андрея Первозванного на проспекте Врача Сурова. Об этом на штабе по комплексному развитию региона доложили губернатору. Реально расчет сил и средств в этот день имеется. Правоохранительный хор, ГИМС. Было доложено, какая будет погода Росмедом. И конкретно определены места по охране общественного порядка. Мы к проведению данного мероприятия готовы, Алексей Юрьевич. Также места крещенских купаний дополнительно осветят. За безопасностью жителей проследят спасатели, медики и сотрудники полиции. Ознакомиться с полным списком мест для купаний по области можно на сайте Главного управления МЧС России по Ульяновской области. Анна Тищенко, Улправда ТВ.